Преподаю в британской школе дизайна, в Российской академии госслужбы, в Мирбисе, в разных университетах. И преподаю графические методы и системный подход к мышлению и деятельности. У меня есть группа, которая называется «Схематизация». Мы ее создали несколько лет назад и регулярно каждый год в январе собираемся для того, чтобы обсуждать, собственно, как графические методы связаны с мышлением, как схематизация связана с мышлением, является ли это, ну, таким простым инструментом для проектной работы, или это по-настоящему новый какой-то инструмент видения, инструмент, не побоюсь этого слова, коммуникации, создания каждый раз нового знака и совершенно дающий возможность по-другому взглянуть на какой-то сложный объект. Вот один из таких объектов – время, которое мы рассматриваем, другой объект – пространство. Соответственно, любое предприятие, организация, регион, страна является объектом, существующим во времени и в пространстве, и когда мы создаем как тренеры или как консультанты стратегию или работаем с компанией, мы всегда имеем дело со сложным объектом, состоящим из сложной структуры, сложных процессов, сложных функций, сложного материала. Ну и, в общем, я этим занимаюсь где-то года с 2001, когда прошел первый форум стратегии регионального развития, ну и подзадолбался и решил, что, в общем, стратегия человеческой жизни, она имеет, ну, по сути дела, те же принципы, что и, ну, такой же сложный объект, как и регион, как и предприятие. Поэтому для того, чтобы объяснить, в чем смысл графических методов и как они работают, я решил, в общем, придумать такой инструмент, но на самом деле ничего не придумывал, потому что все уже придумано до нас. Не знаю, если есть уже презентация. Значит, и рассказать о нем вам, по сути дела, про этот инструмент. Так, а как тут листается это все? Как-то листается. Значит, ну вот. Наша встреча с вами называется, или лекция, не знаю, или мастер-класс, называется «Как был», потому что я подумал, что, ну вот, если тема форума «Как быть», если меня кто-то спросит из вас, ну, как быть, я скажу, а как был-то? Как был? Значит, и вот я занимался, по сути дела, стратегиями. Вот здесь вот, например, есть стратегия, ну, вернее, форсайт. Вы знаете, да, что такое форсайт? Значит, это взгляд вперед. Большие группы людей собираются для того, чтобы обсудить, собственно, как будет устроено ближайшее будущее. Это вот форсайт Метавира, 2010 год, 2035. Я принимал участие в работе над этим форсайтом в 2010 году. А еще раньше, значит, я знал о проекте «Форсайт», который в 2007 году существовал. Это был «Форсайт» Министерства промышленности Российской Федерации, который делал Георгий Афанасьев, который тоже приезжал в этом году, насколько я знаю, на пир. Значит, это линия времени, устремленная в будущее, и она как бы тоже отвечает на вопрос, а как быть? Значит, ну и вот, собственно, тема «Форсайтов», она меня очень интересовала, но форсайтами хорошо очень занимались мои друзья, и я подумал, что раз они хорошо занимаются в агентстве стратегических инициатив, я сосредоточусь на теме прошлого и настоящего. Потому что, ну, кто-то уже работает над знаковым выражением будущего, значит, я вот сосредоточусь на теме прошлого. И я вот стал собирать, например, такие карты. Это одна из первых карт, которую нарисовал Джозеф Пристли, по-моему, один из изобретателей кислорода. Это чарт всемирной истории. А вот эту карту истории нарисовал Петерс, который придумал эквивалентную карту Земли. Он хотел
в своей истории вот в такой карте выразить, ну, тут, конечно, ничего не понятно, здесь тысячи сущностей, историю без войн, без кризисов и как историю таких человеческих открытий и озарений. Ну, помимо того, что, в общем, я такие карты коллекционировал, мы, собственно, такие же карты делали с детьми и взрослыми. Назвали их хайндсайтами, взглядом назад. И вот дети для того, чтобы освоить историю, рисовали, собственно, на линии времени то, что они помнят в истории, то, что для них значимо и так далее. Ну, я вот собирал различные периодизацию истории, то есть вот, значит, это создано, например, в 1924 году, и объясняют очень хорошо с исторической точки зрения на одном плакате художника Самохвалова, значит, как вот, собственно, история мира проходила. Вот. И, в общем, один из самых интересных проектов последних лет, это я уговорил издательство «Руниверс» выпустить российский таймлайн, большой, то есть вся история России на одном шестиметровом плакате. Значит, вот они до этого выпускали книги такие, раскладушки с таймлайнами. Ну вот нам, в общем, хотелось, чтобы такой плакат можно было повесить где-нибудь в школьном коридоре и как карту мира, значит, и как карту мира, значит, по ней, ну, сидеть там, изучать ее. Какие периоды есть, где какие были цари, князья, события исторические, как они друг с другом связаны и что еще можно наложить. Но эта работа с линией времени в 2013 году привела меня к созданию такого календаря для совместного планирования дел с друзьями, где можно было бы на два года положить какие-то будущие события и, значит, посмотреть, какие будут выходные, посмотреть, какие есть ограничения по времени, наклеить стикеры, наложить свои собственные выступления, поездки и так далее. Вот. Это был такой красивый очень проект у нас с Еленой Рычаговой, дизайнером. Вот эта линия цветная в середине — это на самом деле погодная карта. То есть температурная карта, и, в общем, я высчитывал ее специально, и высчитывал, что вот зима, она 8 месяцев в году, и только вот в мае-июне такая весна, в июле лето, чуть-чуть август, значит, такой тоже приятный, обычно до середины, а потом вот такая чуть-чуть осень до октября, в сентябре, и потом снова зима. Ну, да, да, наверное. Значит, ну вот это вот карта на основе погодных данных, в общем, ну можно ее еще уточнять и так далее. В конце концов, в общем, получился вот такой календарь на два года, которым каждый раз я работаю. Там, в этом году, вот в 2018, он был 2018-2019 год. Если вы захотите сфотографировать QR-код, то сможете такой скачать себе. Вот, но... Наложить свой, да? Чего? Скачать? Скачать, распечатать и сделать свой календарь на два года. То есть, ну, я вам могу сказать, что календари на два года нигде не выпускаются, поэтому, в общем, это вот такой для вас, ну, собственно, экземпляр для работы. Вот. Также мы работаем с календарем. Минуточку. Ну, у вас презентация будет доступна, на самом деле. Она через полгода появится. Вот, извините, пожалуйста, минуточку. Все, спасибо. Вот, и есть еще у нас календарь на 6 лет, который мы делали. Этот, я не помню, наверное, 2016-2021 или 2017-2022. То есть вот нас часто спрашивают, вообще можно с такими календарями работать или нет. Ну, мы вот работаем там с компаниями разными. То есть то, что можно... как бы в будущем увидеть и спланировать, лучше в будущем увидеть и спланировать. Значит, ну вот у нас есть вот группа на игре схематизации, значит, вот Сергей к нам ездил на мероприятие Петра Георгиевича Дровицкого, Татьяна Ковалева, своя группа. Значит, вот это вот таймлайн, который я делал в 2014 году, это вот мое планирование
Соответственно, здесь немного событий, но достаточно для того, чтобы войти в какой-то ритм повторяющихся событий до 2020 года. А вот это уже дорожная карта группы, мы стараемся по ней идти. Здесь более детализированные события, стикеры, то есть можно что-то двигать, какие-то планы. Когда планы, собственно, на 6-7 лет, то, ну, в общем, я вам могу сказать, хватает воли для того, чтобы их реализовать. Потому что в 2013 году, когда мы это все рисовали, придумывали, в общем, некоторые вещи казались фантастическими, а сейчас я вижу, что, в общем, мы двигаемся по своему плану, идем просто, ну, там, что-то невозможно сделать быстро, а ну, что-то, в общем, в течение, там, 5-6 лет, многих лет, большим кругом людей, там, 20-30 человек удается сделать с минимальными ресурсами, просто вот на энергии такого коллектива большого. Значит, ну, когда мы говорим о планировании, я всегда вспоминаю Станислава Густавича Струмилина. Это был такой экономист, меньшевик, до революции родился, соратник Ленина, был заместителем председателя Госплана. Он там много всего напридумывал, такой был, значит, ну, такой негодяй, значит, дядька. Вот. Ну, в общем, самое основное, вот он, значит, был сторонником, будем так говорить, теории, что мы можем достичь любых показателей, ну, как бы вот любыми ресурсами. То есть вот главная цель поставить. И вот об этом как раз плакат того времени, 20-30-х годов, догнать и перегнать Америку. То есть, ну, это очень похоже на, собственно, всякие вот эти коучинговые практики, да, значит, поставить себе цели, вытащить себя за волосы и так далее. Ну, то есть, как быть. Значит, но вот я себе в этом месте задаю вопрос, ну как быть, а как был? Как был? Потому что кроме телеологического планирования есть генетическое. То есть надо посмотреть, собственно, а что там у тебя было-то вообще? Можешь ты себя так за волосы вытаскивать или нет? Давай посмотрим на жизнь, на свою. И вот в феврале 2015 года я решил нарисовать свою жизнь на линии времени. Значит, поскольку был опыт работы с линией времени с будущим, с планированием дорожных карт на несколько лет и так далее. И вот, значит, тоже двигаясь в этом же направлении, вот Тимур Щукин в мае 2015 года на Майорке делает реконструкцию своей жизненной позиции. Тоже ставит года, значит, и ставит периоды, как он жил, чтобы понять, собственно, куда ему двигаться и как он двигается вообще в течение всей своей жизни, как он развивается, как он идет. Я вот еще поставил здесь два слайда, собственно, вообще вот эта идея того, что человек куда-то двигается и может развиваться, она возникла в раннем, ну, таком, ну, среднем, наверное, лучше сказать, средневековом христианстве, хотя есть отсылки к Иакову, к лестнице Иакова, значит, это он, она у нас справа, которому приснилось однажды, что вот, ну, или привиделось, что ангелы поднимаются по лестнице на небеса, значит, и вот Раймонд Лулий, средневековый философ, богослов, он рисует такую лестницу возвышения, говоря о том, что сначала человек, он как камень, потом как трава, потом как огонь, значит, и в своем восхождении может достичь божественной мудрости, в конце концов. И вот, используя эту лестницу, скалу или шкалу, значит, мы можем отшкалировать лист бумаги и наложить на него, собственно, наши ступени возвышения, как на лестнице. И вот в июне 2015 года мне попадается работа выпускницы Британской школы дизайна Лены Дроговой, по-моему. Она делает, значит, вот такую свою линию жизни. И я делаю линию жизни уже не такую скупую, как у нее, а вот очень подробную, с момента рождения, с 1973 года, по 2015 год, и накладываю туда в CorelDRAW, в графической программе, все события, которые со мной были. Ну и, собственно, давайте мы так с вами и сделаем, отшкалируем этот лист, который вы взяли,
А сейчас я вам сделаю. Значит, нужно будет нарисовать вот такую стрелу времени. Здесь год рождения. Здесь 2018 год. И я вам раздам на самом деле такие шаблончики. На всех, наверное, не хватит, но вы уж не обессудьте. Значит, которыми вы можете поделить. Не-не-не, это один. Это один. Значит, смотрите, здесь 70-е годы, 80-е, 90-е и нулевые. Здесь точно так же эти два листочка, просто вы их не используете сейчас, а используете их для того, чтобы нанести деление на листы. Наложите на свои листы. Да, мне их вообще 15 штук, но вот на всех, наверное, не хватит. А, ручки есть. Сейчас. Да. Ну, в общем, я вам сейчас их отдаю, вы как-то их распределите. Только так внимательно, чтобы всем хватало. Или там в музеях искусств достаточно популярно вместе с работами художника выставить его линию жизни. Вот, например, здесь линия жизни, фрагмент линии жизни Альфонса Мухи. Ну и, вы знаете, даже вот программисты, например, делают специальные для себя средства, чтобы рассказать о своей жизни, то есть о своем опыте. И вот один из таких примеров – работа 30 лет в Data Science. И кто-то показывает, собственно, чем он занимается, когда освоил компьютер, какие программы. В общем, там все кликабельно, и можно посмотреть, если сходить на сайт к автору. Ну и получили распространение, я не могу сказать, что широкое, хотя есть целый ресурс, где можно оформить, например, свое визуальное резюме и показать, какие периоды были в обучении, в работе, в творчестве, какие, не знаю, программные продукты были освоены, что умеешь и так далее. Кто-то делает свою линию жизни на основе фотографий, прикладывает фотографии туда, и тоже это достаточно интересно получается. Но здесь такая слабенькая, мне кажется, шкала, не настоящая. И вот такой вот ресурс есть для создания визуальных резюме. Вы мне, если напишите, я вам пришлю. Напишу. А куда вам да. Пришлю? Ну, я вам скажу. Вон там сейчас напишу телефон и адрес электронной почты. Вот. А еще есть, значит, вот такой поэт начала 20 века, Серебряного века, поэт-символист Андрей Белый. Вот он первый нарисовал свою жизнь. Нарисовал взлеты и падения в своей жизни, нарисовал периоды, когда ему было хорошо, когда было плохо, конфликты с отцом, опять отношения с женщинами, и очень подробно рассказывает о том, собственно, что у него происходило. И сам вот этот термин «линия жизни» — это, конечно, термин самого Андрея Белого. Он ее так называл. Когда у него закончилась она? Ну, когда-то не до самой смерти он ее рисовал, вот он как-то ее нарисовал и, значит, дальше жил спокойно. Вот. Значит, есть просто статистические исследования, которые опубликованы в виде инфографики. Значит, вот жизнь стандартной девушки и жизнь стандартного юноши, то, наверное, в США. Например, значит, когда выходят замуж обычно, когда покидают дом, когда выходят на работу, когда выходят на пенсию, когда умирают и так далее. То есть тоже можно посмотреть вот такая схематичная очень линия жизни. Анна Виталь, наша, ну, по сути дела, соотечественница, родом с Украины, прославила вообще себя, она выдающийся инфографик, замечательный визуализатор, очень известный в мире, тем, что, значит, она визуализировала жизни разных известных людей. Вот здесь вот, например, очень коротко жизнь Элона Маска, ну вот такими отрезками, да, значит, а
Вот здесь вот уже более подробно. То есть это вообще вертикальный таймлайн, он у меня весь не поместится, но, в общем, он идет вот такой гибкой линией, и вот на каждом этапе она показывает, чем он занимался. Не очень хорошо видно, но если в интернете погуглите, увидите. И она, собственно, вот делает такие таймлайны для очень многих людей. Это, собственно, и фирменный стиль. Вот здесь вот, например, ну, там десятки на этой инфографике людей, которые она показывает, значит, кто когда начал преуспевать в жизни, в каком возрасте. Период там такой до обучения, значит, учебы и период успеха уже. Вот, ну, таким золотистым цветом. Как ее еще раз зовут? Анна Виталь. Вот. Ну и вот она делает еще такие горизонтальные тоже таймлайны. Здесь пример таймлайна основателя WhatsApp Яна Куна. Значит, как он пришел от пособия по безработице в США к миллиарду на счете, к миллиардной компании. Продал WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Значит, вот жизнь, ну, такого вот обычного человека, вполне как бы любого из нас по схеме. Я хочу дать сейчас вам 20 минут, чтобы вы могли заполнить линию своей жизни. Ну вот я раздал листочки, и на листочках такие есть подсказки, то есть это какие-то события исторические, которые вы помните в истории России или мира, значит, события, которые происходили лично с вами, конфликты, встречи важные, путешествия, работа, учеба, это какие-то периоды уже, отрезки и так далее. Ну, давайте я дам 10 минут на это вам. 10 минут. Так вся жизнь и пролетела. Максим, скажите, а вы вот эти вот используете? Да, 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 вот это подсказки, да. Я буду по-простому. Мне кажется, то, что вот я сделал эти шаблоны, они жестковаты. То есть они как-то навязывают там тему войны, президентов и так далее. Но я вот подумал, что... Ну вы, кстати, сильно не шкалируете, потому что это все условно. Тоже поговорить об этом, собственно, как... Какие у вас будут впечатления от линии жизни? Ну, можете почитать. Значит, ну, естественно, там заставил задуматься сильно над тем, какие моменты я для себя выделил, да, как центральные. Какие вообще могут считаться таковыми. Смотря на нее, я понял, что вряд ли меня надолго запомнят с такими моментами. Я, ну, вот о ней, о линии жизни рассказывал многим и советовал сделать такую вещь. Уверен, что вернусь к этому методу спустя время. Спасибо, что познакомили с другим мышлением и видом, ну, имеется в виду взглядом на вещи. Да? Значит, когда я нарисовал свою жизнь на одном графике, за небольшое время увидела удивительную картинку. Событий важных, поворотных было много. Видно закономерность по годам, событиям, насыщенной жизни. Сейчас дописываю, всплывают воспоминания, понимаю, что жизнь сильно ускорилась. Все очень много, изменений происходит стремительно. Инструмент простой, удобный, понятный, можно дополнять, видеть новые связи. Буду продолжать вести дальше. Возможно, начну предсказывать события в своей жизни. Я считаю, что это инструмент самоопределения человека, Татьяна Михайловна. Что с помощью этого инструмента человек видит, во-первых, свою жизнь как единое целое, а во-вторых, может работать с ней на столе. Во-первых, он понимает, как работать с ней, ну, потому что она уже прошла, а во-вторых, он переносит дальше сами, ну, по сути дела, принципы работы с линией времени и с самой жизнью. Там еще, наверное, заодно идет, если вы говорите, вообще это график счастья, заодно, что меня делает счастливым. Ну, конечно, да, конечно, да. Ну, и можно запланировать, то есть увидеть. Вот я выделил за свои 30 там, осознанных лет там, 5 сильных конфликтов. Давай я на следующие 40 лет себе запланирую еще 5. И не буду волноваться. Значит, 5 в любом случае будет просто по статистическим, как бы, основаниям.
А еще вот я хочу посмотреть график своих доходов. И вот я теперь его так буду рисовать в будущем. Значит, и там я еще запланирую, вот у меня здесь отношения меняются там с противоположным полом каждые 7 лет. Я либо попробую продлить их, чтобы, ну, как бы этого больше не случалось, либо, значит, запланирую еще 3 раза, значит, себе счастливой жизни. Программирование жизни. Да, да, конечно, да. Значит, ну, для того, чтобы ответить на вопрос, как был, как быть, как будет, надо ответить себе на вопрос, как был. Вот, собственно, смысл моего выступления. Вот Дмитрий Герасимчук занимается инфографикой, после вот такой встречи нарисовал свою жизнь вот так красиво. Значит, вот такое сделал визуальное резюме. Вот здесь вот у нас этот шаблон «Как быть», который я вам раздал. Есть QR-код, опять-таки, можно скачать. А в каком это программе? Это сделано в CorelDRAW. Но это сам шаблон в PDF, и вы сможете распечатать просто два листа А4. Да. А можно еще код? Код еще раз? Хорошо, сейчас. Так, сейчас. Вот код. Код, вот код. Значит, ну и естественно, поскольку мы с вами понимаем, что это только первая часть работы, есть еще вот вторая часть. Значит, а вторая часть, что-то я ее не вижу. Где она, вторая часть? В общем, есть еще шаблон с 2018 по 2066. Супер. Точно? Вот он, да. А, вот он, это и есть. Как быть? Да, вы его сфотографировали. Да. Сейчас. Да. Да, да. Да. Значит, это вот шаблон с 2019 по 2066. То есть есть шаблон на те 40 лет, которые были, и еще на 40 лет, которые будут. А вот это вот 1970 и 2018. Но на самом деле есть версия где-то с 1930 по 2018, просто там получается больше листов. Я считаю, что есть большая. Ну, то есть вот заготовку надо сделать, конечно, на столе. Скажите, а вот с 30-го года там мы вспоминаем историю семьи, получается, не свою личную, а свою семью. Родители уже более пожилые люди могут заполнить там свою жизнь. Бабушка. И я считаю, это необходимо, потому что у меня были отзывы, что это очень удобный инструмент поговорить с родными, потому что это не просто разговор, а как бы фактически ты даешь предмет разговора. То есть листочек с вопросами, и человек не отвечает на вопросы, он рисует. Да. Марк Розин рассказывал, да. Представлял книгу про свою бабушку. Ну это здорово, я тоже хотел добавить в свое выступление там как бы моменты по генеалогии, потому что, ну, как бы показать, что как был, можно продолжать достаточно долго. Но подумал, что это перегрузит выступление, это отдельно. Потому что точно так же, как вот я занимаюсь линией жизни, точно так же я занимаюсь графическими представлениями генеалогий, и не только генеалогий личных, потому что, ну, там, допустим, вы знаете, что первая генеалогия – это генеалогия, которая сначала текстом описана в Библии. Значит, а потом в X веке появляется она в виде мозаики, нет, витража, в виде витража на соборе Шартрском. Значит, и это всего лишь несколько колен сначала. И полная, например, генеалогия библейская от Адама до Христа, и даже есть такая до Мухаммеда, потому что это же аврамическая религия, и там корни одни,
Значит, она появляется только вообще в начале 21 века, то есть уже около там 2000-х годов, потому что никто не набирается ереси и, значит, энтузиазма нарисовать это вот как единое древо. Есть да. Исследования, ищущие закономерность в событиях поколений разных. Ну, допустим, там какая-нибудь бабка три раза развелась, да, там потом какая-нибудь ее там дочка повторила ее шаблон. Ну, вот, есть. Да. Наверняка ваши коллеги знают, значит, как это называется и кто с этим работает. Да. Вот вы исторические факты, например, тоже, да, я так понимаю, отслеживали, да, которые были, ну, там, вы имеете в виду? 100 лет там, допустим. Да. И которые, условно, повторяются. Ну, опять-таки, вопрос. Ну, они не то, что повторяются, то есть, ну, как бы, вообще они, конечно, должны повторяться. То есть, все вообще в мире должно повторяться. То есть, неоткуда брать чужие модели. То есть, ну, вот, ну, по сути дела, если наши предки живут в одном регионе, к примеру, и не перемешиваются с предками из другого региона, то в семье сохраняются, в общем, традиции одного региона. В принципе, традиции внутри региона, как жить в семье, например. И, в общем, срыва нет. То есть это, ну, абсолютно цикличное воспроизведение опыта родителей, значит, дедушек-бабушек, прадедушек-прабабушек, и, в общем, вырваться из этого круга невозможно. То есть, ну, потому что неоткуда взять другую модель поведения. То есть, получается, все события, которые происходили, в принципе, можно предугадать, какие будут в ближайшие там, 50 лет. Ну, вот если мы с вами возьмем вот этот слайд, то совершенно точно. То есть, это же, ну, жизнь типичного человека. Все. А теперь давайте посмотрим с вами жизнь Элона Маска. Значит, и как она должна отличаться. Вот. Или вот, допустим, жизнь Яна Кума. Еще я вам хотел сказать о том, что кроме того, чтобы посмотреть на то, как был в течение своей жизни, можно смотреть, как был в течение года или в течение 2 лет. Вот. Есть такой советский географ, очень известный, замечательный человек, Борис Борисович Радаман. Он нарисовал свои сезонные ритмы в жизни, опубликовал их. Вот, ну, так, значит, никто как бы в мире такого не сделал. Вот у него вот такой опыт прекрасный. И вот он показывает, что у него есть такой зимний разгон, зимне-весенний творческий взлет, весенняя депрессия, и она повторяется из года в год у него. И вот он таким образом видит, как у него строится год, и исходя из настроения в течение года, он может планировать свой следующий год, там, поездки, какие-то, я не знаю, встречи, которые бы сглаживали ему весеннюю депрессию и так далее. То есть он думает об этом, и я вам тоже говорю. И это, собственно, вот графический метод, чтобы об этом думать. Но да? Он декомпозицию делал для этого? Конечно, да, да. И вот он пишет, для какого времени года у него какие интересы и занятия, например, преобладать должны. Это он 70-х делает? Да, 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 да. Любовь летом, осенью и чуть-чуть. Значит, а это посмотрите, значит, как был только в течение дня. Значит, это описание рутины, то есть обычного дня необычного человека. Там, Бетховена, Моцарта, Томаса Мана. Это тоже один известный инфографик. Я, к сожалению, не помню кто, но, соответственно, у меня в Medium все эти ссылки есть. У меня есть канал в Medium. Значит, и вот, собственно, кто когда начинал работать, обедать, есть, гулять, и как можно строить, да, совершать подвиги, как можно строить свою жизнь, исходя из опыта великих людей, глядя на них. Потому что, ну, собственно, иногда не очень понятно, как строить свободному человеку, фрилансеру, свой день для большей эффективности. Ну, можно вот копировать тех, кто, собственно, уже такую жизнь прожил.
Ну вот если ближе посмотреть на диаграмму, как она сделана, вот посмотрите на Зигмунда Фрейда. Да. Вот. То есть я вам как бы предлагаю посмотреть на время, на то время, да, которое было на прожитую жизнь, на то время, которое будет, которую можно распланировать, на год с точки зрения сезонных ритмов и на рабочий день, как вот вы заметили, 24 часа. 24 часа, правильно. Да, но сосредоточиться я вам, в общем-то, я вас хотел призвать на самой линии жизни, которую, в общем, можно заполнять и работать с ней. Да. К вопросу про инструментальность. Такая ответственность этого инструмента еще в том, что когда ты визуализируешь, да, и от себя отчуждаешь, в этом плане это становится закономерностью. Вот, например, пока с ним случалось это, да, он был более свободен, а когда он увидел закономерности там, депрессии своего, да, он приглаждает себя. В этом плане он как бы начинает сам себя программировать. Да. Ну, это ведь как установку какую себе дать. То есть, наоборот, например, вырваться из этой закономерности, увидеть ее и вырваться из нее. А это такая уровень осознанности, чтобы тебя... Да. Ну, я хочу вам сказать, что я вообще, ну, придумал этот инструмент, ну, условно говоря, придумал, да, заметил его, этот инструмент, сделал для себя в 2015 году, сейчас 2018 год. Я начал его пробовать с другими людьми весной этого года. Почему? Я очень боялся. Я думал, что... Если может встретиться такой человек, который заполнит эту линию жизни и пойдет покончить жизнь самоубийством, например. И не мог себе, ну, как бы объяснить, что этого не может такого быть. То есть надо было попробовать с кем-то. И мы собрались несколько человек. Значит, один из тех, кто решился на эксперимент, выполнял эту работу. Три психолога сидела, значит, и наблюдала за этим. Да, значит, после этого я понял, что можно, в принципе, и массовые практики делать. Значит, и сделал массовую практику на выезде, где мы готовили стратегическую сессию. У нас там было обучение проектной работе. И в конце я сказал, давайте сделаем последний день методики, как бы, практики личной эффективности. То есть вот заполнение такой линии жизни, осознание того, что было в жизни. И, собственно, ну там, следующим этапом проектирование жизни. Ну и знаете, в общем, я столкнулся с тем, что некоторые люди плакали над своей жизнью. Но я... Жив, а? Жив. Да, да, я уверен, что жив. Да, да, да. Очень подобное упражнение мы сделали с семьей месяц назад в Тбилиси. И заметили закономерность, что практически до четвертого колена один раз, один тот же паттерн поведения случался, когда кто-то из отца семейства решал дать правду матку кому-то из руководителей, еще чего-то, и рано или поздно, в течение там 5 лет, 15 лет, это его догоняло. Либо это догоняло там ссылкой, либо еще чем-то. У вас такие паттерны тоже попадались, когда вот это вот внутренний драйв, характер в один момент давала какие-то долгосрочные негативные результаты? Ну, если говорить о жизни семьи, я, конечно, вижу определенные паттерны как со стороны мамы, так и со стороны папы, и не знаю пока, как их преодолеть. То есть для меня это большой вопрос. Там, например, конфликт отца и сына. Значит, до такой степени, что отец с сыном не общаются, например. Значит, и отец уже умер, а сын до сих пор не может преодолеть... Ну вот этот, ну как бы отношение вот это. Или конфликт двух братьев, которые не разговаривают друг с другом. И, в общем, ну я не знаю, как это преодолевается, значит, ну, поскольку это повторяется в нескольких поколениях. Но есть надежда, что если осознаешь, то как-нибудь... Я уверен в этом. Я уверен в этом. Если есть желание это преодолеть, то это будет преодолено, да. Там тоже, да, как мы
А расскажите про него. Я вот как раз, мне было интересно, может быть, ну, аудитория, которая ко мне придет, вспомнит какие-то инструменты, которые похожи на этот. Я уверен, что ну, вот этот уникальный, потому что я предлагаю именно шкалировать время. Я знаю другие, где есть, значит, ну, такая называется логарифмическая шкала, то есть там, где годы не сильно соблюдаются. Но мне он меньше нравится, потому что там, ну, как бы, те события, которые занимают мало в жизни, получается, занимают 80% нашего внимания. Вот одна из фишек, которые есть в этом инструменте, это разглядеть, что, собственно, те конфликты, проблемы, негативные периоды, которые были, они занимали мало времени. А наше внимание заставляет на них, ну, как бы обращается к ним постоянно. Да. И вот когда мы это видим на линии времени, что это маленькие точки, что мы их давно преодолели, и можно на них плюнуть и забыть идти дальше, это, вот, мне кажется, важный эффект от вот этого инструмента психологический. Да, а вы расскажите про вот тот, который у вас есть. Там такой инструмент, это эллиптическая стена. Мы это проводили для корпорации, например. Угу. Сейчас, это Wall, да, там как-нибудь, да? Wall. Там берется, например, год основания, и мы делим, например. Ну, если компания всего 10 лет, то можно, например, каждый год. А если она, например, там 20-30 лет, то мы, естественно, тогда вот сокращаем вот эти периоды. Да, это у Дэвида Сиббета есть такой инструмент тоже, вот он называется Hindsight у него. Мне было бы интересно, если у вас есть источник, вы мне тоже напишите, потому что я их такие собираю, потому что их не так много. Значит, еще там одна женщина, Ева Шиферс, по-моему, его тоже делает. Вот. А так вообще с прошлым в компаниях работает не очень много людей. То есть, ну, а? Бухгалтера? Следователи. Свой период отреза, сколько вы его заполняли? Свой? Да. Ну, не знаю, я сел просто и заполнил. А, разом? Да. А вы как бы детали не ходили? Нет. Я вам сейчас предлагаю 5 минут потратить на то, чтобы рассказать про свою жизнь соседям. Ну, соседу. Ну, то, что можно. Да. Ну, и у нас уйдет на это 10 минут, потому что вы расскажете тому человеку, которого выберете, а он расскажет вам. Не очень много времени. Я предлагаю каждому коротко сказать, собственно, какие впечатления от работы с таким средством. Елена, начинайте. Да. Впечатления большие, хочется детально все это проработать, проанализировать, но я прям буду работать. Да. Очень хороший инструмент для осознанности. Я поняла, что я очень много чего не помню. Просто вот так из жизни, хотя это очень важная вещь. Осознанность была очень высокая. Здесь сейчас. Да. Что сказать? Да. Ну, коллега. Спасибо большое, коллеги. Это очень перекликается с тем, что и я делаю, потому что тоже занимаюсь фасилитацией, и мы проводим ретроспективу проектов, насколько важно оглянуться назад для того, чтобы брать оттуда опыт, концентрироваться на лучшем, на успехе и, опираясь на это, двигаться дальше. Давайте я сюда встану, чтобы вы, если на меня будете смотреть, чтобы одновременно вас камера снимала. Ну, для меня, что было открытием, я захотела проследить корреляцию счастливых моментов жизни с уровнем дохода. То есть, помимо того, что у меня, ну, как бы, покоробная ситуация, там, по работам, по учебам, у меня там есть определенные там закономерности, они такие очевидные, я их помню, то, например, взаимосвязи доходов и счастья в периоде, я бы хотела проследить, я думаю, что, ну, тоже определенные выводы для себя сделать, что не всегда это прямая зависимость. Я подобную работу делал уже, есть книжка Белого, там, да. Лет назад. Но сейчас было интересно вспомнить просто моменты. Мне кажется, что нужно больше срезов добавить, потому что очень много есть таких нюансов, которые помогают. Ну, цепляясь, конечно, за политические события, да, там, за учебу, за такие явные точки, можно вытащить очень много воспоминаний. Я вспомнил сейчас некоторые вещи из детского сада, которые, казалось бы, там уже совсем забылись. Спасибо.
редко очень книга эта, она ее очень тяжело сейчас она купить. В музее продавалась. Сейчас уже не продается. Книга «Линия жизни», вот так она и называется. А в каком музее? Ну, эта книга рассказывает о линии жизни, которую нарисовал Андрей Белый. И подробно разбирает каждый фрагмент. Коллега. Я задумался над тем, какую линию рисковую я помню. Ну, прям хорошо, сразу бросается в глаза, сразу хочется ее запомнить. Какую сложнее, какую я пытаюсь вытеснить, такое ощущение было. Вот я прям смотрю и понимаю, что вот я забываю. У меня возникло ощущение, не специально ли я так делаю. И это интересно, хочется понаблюдать, и хочется детально даже расписать, чтобы посмотреть. И интересно про вот как расписывали сезонность цикла настроения, просто думал об этом. И тут еще спрашивали про семью, про паттерны, повторяющиеся в семье. Ну, есть ли такой инструмент? Есть. Семейная психотерапия, он называется просто генограмма. Uh-huh. Вот. И по ней обычно определяют, ну, по ней сам инструмент терапевтический, потому что когда клиенты рисуют, часто плачут. И можно определить от рода до рода, ну, например, там, как это все происходит и что повторяется в роду, кто умирает чаще, женщина либо мужчина в семье, отношения, как говорится. Ну, такие вещи. После всего. Для меня это сейчас хорошее, интересное домашнее задание. Спасибо. Очень интересный инструмент. Я вообще фанат инфографики, и это для меня это то же самое, как вот инструмент инфографики своей жизни. И у меня есть пока гипотеза, но она вот, я уже вижу, будет близка к истине, что лет до 30 вообще как-то все было. Немного событий и не особо как-то весело, может, потому что страна была такая, СССР. А вот сейчас все, ну, всплеск, конечно, в 90-е был, там и дети рождались, и отношения, и там феерические. И сейчас вот тоже, я даже, вроде это было недавно, но как-то не помню, столько событий, одно на другое находит. И, то есть, как бы события по времени, может быть, короткие, вот это видно как раз, но они очень яркие. Я уверен, когда вот буду делать шкалу счастья, она, мне кажется, будет идти вот с возрастом все выше и выше. Спасибо. Я, наверное, пока не прочувствовала суть инструмента, потому что либо здесь мне нужно в моей жизни найти такие экстремальные события, когда это был прям пик либо грусти, либо пик радости, потому что пока все, что у меня всплыло, это нейтральные события. Здесь смена работы, здесь переезд, для меня это достаточно комфортные события. Там, здесь я съездила в такое место, в такое место, а вот так, чтобы я от этого могла как-то проанализировать и сказать, а вот оно, где, вот тут вот у меня была смена какая-то, да, рост какой-то внутренний. Там. Пока я еще либо не успела наложить события, либо вот, нужно найти эти вот точки, которые сделали мне транзит такой. Николай. Очень перекликается с работой с последние 7 лет по построению генеалогического дерева, то есть как-то вот к этому шло, мне не хватало визуализации. Я пару раз пробовал на стене это делать, как-то терпения не хватало. Вот. А сейчас я понял, что, в принципе, это можно с вашими шаблонами добелить до конца. Ну, у вас предложение было. Да, и предложение, собственно, вот мы поговорили о том, что было бы неплохо вот для того, чтобы дисциплинированно это запилить до чего-то визуального, если уж тут много людей, которые хотели бы так методично этим заниматься. Я создал канал в Телеграме Lifeline Moscow. Ну, это или там мой контакт напишите. Давайте встречаться раз в месяц и просто делиться своими инсайтами, находить. Ну, я своими буду делиться, вы своими расскажете. Вот, если Максиму будет интересно, вот, я думаю, что я беру на себя организационную часть, где, когда встречаемся, да, а Максим эксперт, да, в Москве. Ну, если дело пойдет, то как-то и с трансляциями разрулится. Буду рад. Спасибо. Коллеги, у нас прям совсем немножко времени, если можно. Да. Прям очень кратко. Никогда с темой не сталкивался. Вообще вот пришел, как узнать что-то интересное, и мои ожидания прям очень сильно оправдались.
Вот, интересно почитать. Я вообще первый раз увидел такое вот исследование на эту тему. Выводы, которые прямо сейчас. График счастья, график дохода вообще никак не связан. Интересно посмотреть график счастья моей супруги, с которой мы 15 лет в браке, и сравнить с графиком своего счастья. Вот. Исследования о отношениях в семье. Для меня все это вот новое, интересное, и как бы хочется изучать. Я работаю в коучинге, и коучинг работает с настоящим будущим, а здесь инструмент, который интересно было приложить на коучинг, но пока для меня вопрос, как я могу его использовать с бизнес-практикой. Но то, что однозначно он нашел отклик у меня внутри, это да, спасибо. Спасибо, что вы вот как раз это заметили. Да, действительно, коллеги, коучинг не работает с прошлым. Да. Удивительно. Да, да. Коллеги. Тьюторы как раз работают, это у нас тоже один из базовых инструментов, но мы работаем с личностной ресурсной картой. Вот, глядя на это шкалирование, что я вижу, что позволяет, кстати, коучингу и тьюторству перейти вот этот момент от прошлого к будущему. Вот когда мы шкалируем, то действительно очень важный момент, что мы кладем жизнь, которая как река текла, как целая, да? Вот теперь дальше, как это перевести в средства? Вот у нас вот такой, мы добавляем к этому масштабирование. Вот с одной стороны, ты вначале кладешь то, что было, но потом твоя субъектная позиция заключается в том, что ты именно ставишь кванты реальности и понимаешь, что это событие было значимо, то есть ты как бы в аналитику прошлого, а это событие было менее значимо, а это событие случилось так, то есть ты как бы на него ставку не делал. Но теперь смотрите, какой ход получается. Но когда ты так разводишь, вот в этом аналитичность работает, потому что одно дело, ты вспоминаешь просто, что у тебя было в течение жизни, а с другой стороны, ты начинаешь думать, насколько это важно для тебя оказалось. И вот когда ты расставляешь вот этот масштаб, то это позволяет тебе перейти в программирование, потому что тогда ты на значимые вещи смотришь как на ресурс. Вот если ты смотришь, что ты 3 раза был в театре, ты даже не знал, но каждый раз после театра ты вдруг возникал это все, значит, для тебя вот это театральное действие является ресурсом. И тогда ты как раз переходишь. И вот поэтому мы, например, принципиально называем личностно-ресурсная карта. Потому что мы делаем, действительно, работая с прошлым, шкалируем. Мы делаем топику, ну вот считая разных событий. Но мы работаем не в плоскости, а в объемности. Ну вот Максим говорил, можно эти действительно столбики в объемность. А мы делаем как вот карта социальная. Вот есть города-миллионники, города там 100-тысячники, города-10-тысячники. И ты события можешь так же делать. И это позволяет тебе... Субъективно. Да, так вот в этом... Да, и вот то, что вы сказали... Нужно хотя попасть на... Да, нас дальше. Как инструмент, кратенько, что я кратко на этот инструмент попробовал наложить период обучения и увидел, что после института резко промежутки... Ну, то, что я считаю для себя обучением, не где-то учился, а вот именно обучением сам обучался сам. И очень ускорились. Ну, очень коррелируясь с того, что говорили, что, блин, стал учиться чуть ли не... Так интересно. Спасибо, Сергей. Да, ну, я пока не скор на то, чтобы какие-то выводы делать. Вот, но захотелось с этим дома вот вдумчиво сесть и как-то вот, ну, про это поразмышлять. Где дом наклеить? Да. Коллеги, вас вот, чтобы не забыть. Будущее я бы действительно здесь вот пошла бы из ресурсного состояния. Я уже говорила, да, например, два месяца назад я была в Мариинке, посмотрела балет «Золушка» и написала, пока летела из Питера в Сочи, план жизни на 25 лет. Из ресурсного состояния, а не опираясь на тот опыт, который был у меня. Вот я без привязки, потому что если вы говорите, приводите примеры, например, великих, да, то есть это же для чего? Для того, чтобы увидеть какую-то, ну, другую парадигму. А здесь, если мы опираемся, ну, как бы на тот опыт, который мы прожили, мы себя вот самопрограммируем. Вот для меня в прошлом, как ресурс поработать с прошлым, просто осознать, осознавание, проживание, да. Для будущего я вот его не вижу. Ну, коучи так и говорят, что в прошлом нет ресурса. Нет, есть ресурс. На него посмотреть, осознать, принять. Но они не работают. Ну, я, ну нет, вот, вот эта схема очень рабочая. Но на будущее, я говорю, я не вижу его как инструмент. Вот на 2018-2066.
Спасибо вам большое. Спасибо.